на курс «Дизайнерские стулья» может записаться человек без опыта, правильно? Да. Любой желающий, кто хочет начать свое дело, свой бизнес. Ну, у нас вот сколько мы, 12 фирм обучили, начиная от Алматы до Кустанаева. Очень много людей приехали, и все сейчас поставили бизнес. Очень хорошо у всех идет. Я периодически с ними созваниваюсь. Все начинали с дизайнерских стульев, потому что не было опыта. На второе обучение пришли через полгода, кто через год прошел. И сейчас у них сложные стулья уже пошли. Примерно какая сумма нужна для того, чтобы начать свой бизнес? Да, я думаю, наверное, не 3, даже меньше, наверное, надо, потому что в основном инструмент, не скажу, что прям такой дорогой, там обычный ручной инструмент хватает. Какое оборудование приобретать? Это же тоже очень важно. Да, в основном, если, допустим, упирается вопрос, все время швейная машинка, и полковая швея нужна. Uh-huh. И отстрел хороший, если будет, все. Каркас изготавливается, все это поролонится. Если хорошо прошьют, крой хорошо снимут, стул просто будет смотреться прям очень красиво смотреться будет. Получается, видите, вы внесли такой огромный вклад в развитие отечественного производства, потому что сегодня мы знаем эти бренды, как Нони, Мебель, Футурист, да, наша компания также. Но именно обучаете всему этому только вы. Я вот других преподавателей по Казахстану не знаю.